из стихотворения Агнии Барто. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка! Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. Ну вот и все, дорогие друзья. А теперь давайте пожелаем нашим малышам спокойной ночи. И предновогоднего настроения. До свидания, мальчики и девочки. Спокойной ночи.